парках Люберец проводят дезинсекцию от клещей и комаров. Такая обработка проходит ежегодно раз в сезон. Наташинский парк уже в безопасности. Теперь очередь за Центральным парком. В Центральном парке культуры и отдыха дезинсекция от комаров и клещей начнется с наступлением хорошей погоды. В дождь обработка не проводится. В день, когда ее проведут, жителям желательно ограничить посещение парка в целях безопасности. Заранее повестим на сайте, на нашем парк культуры, в соцсетях, когда это будет проведена, будет обработка. Ну, как бы и в это время желательно воздержаться от прогулки по парку. Дезинсекция охватит практически весь Центральный парк, включая лесную зону. И уж после такой обработки люберчанам точно не стоит бояться укусов насекомых. После процедуры специалисты проверяют ее качество. Она производится каждый год, это по весне. Вот, предназначена для того, чтобы, прежде всего, для нашего здоровья, для здоровья люберчан, чтобы вот эти клещи не покусали. Ну и, соответственно, было приятно находиться на территории парка. В Наташинском парке дезинсекция уже прошла. Там от клещей и комаров обработали еще и пруд. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.